было день рождения, да, вот такая прям юбилейная дата, это 25 числа, 25 лет. Вот на каждый год там солнечные, розы яркие, красные лепешки. Там, видите, солнышко, красное солнышко, красненькое, вот, любовь, счастье. И у вас еще было сколько? Еще по 5 раз. Это много, ну посмотрим, как пойдет. Ну давайте, надо, старайтесь. Вот это вам отношение. Вот цветочки. Так, спасибо. Тут обычно планта. Да, тут вообще такой план. Цветочки можете там положить. Тут, вот понимаешь ли, вот пришло письмо. Так. У всех спросила, никому не должно было приходить письмо, вообще не понятно. Слушайте, театральное училище, мы всю ночь репетировали. Приоткрыли, вот, посмотрели, оказывается, оно адресовалось вам по ошибке. Знаете, откуда? Сова понесла. Господи, сохраните все эти видео, ради бога. Откуда? Откуда сова? Это хороший вопрос. На самом деле, у меня в Зеленодольске одна летает всегда. Вот, возможно, она искала, но никуда не летит. Дима, она и что, где, когда? Нет. Ну, я так намек даю. Это вот любимая книга ваша. Роман, одна из роман. Такой там, из скольки, из 5 частей? Из 7, на Г начинается. На Г начинается из 7 частей? Подсказка, Хьюлетт Паккард. Что-что? Хьюлетт Паккард. А, Гарри Поттер, да. Хорошо, спасибо, что приглашение. Хогвартс, наконец-то. А что, как поздно-то? Они же вроде в 12 или в 11 дошли. Так вот там еще нету. Вот, там вот, уже там. Успеете. Успеете. Ну, подумаешь, ладно, лучше поздно, чем. Тут же такая пища, так. Так, я ж не знаю. Это тоже пища. Оттуда? А, нет, это друзья передали, вот, так. От Владивостока до США, вот, полностью там. Хорошо, хороший вот, разгон. Они узнали, что вы любите. У нас пока идет автографы. Так мы по ряду собрали. Есть. Вот, вы, естественно, выгуливаете собаку. Конечно. Ну, да, холодно да, же да. Еще пока весной, правильно? Одежды мы кстати, я вот так не догадалась сказать одежды ему, да, ему. Но если что, то ему. А, да? Ну да. А то есть это может быть и не ему? Может быть и не ему. Меня еще заинтриговали. Не, ну ему, я думаю, про тепло. Если что, найдем применение. Найдете применение. Вот, вот вам друзья передали. Спасибо. Еще раз. Владивосток до США. Там белая женская, если что. Сарамская. А можно было так мне это не уточнять. Белая женская. А, ну если он собака, пес у вас, то собака, вот. Короче, заводите еще собаку. Сообразим, да. Да, вот. Соображай. Так, это можно. Надо дальше. Выбирать. О, сейчас самое интересное начнем. Вот, знаете, мы вот думали, знаете, вот 25. Как-то деньги на обратную дорогу есть. На нас кассир посмотрел и сказал, а может сделаем меньше, а 25. Мы же бедные кассиры, и бедный будет покупать, и он будет стоять и ждать. Ну, я так подумала, поразмыслила. После 18 нам всегда сколько? 18? 15! Нет, 15 как 15. Там мама дома оставит еще. Зачем? Нет, 15 это красивая, юбилейная. На концерт не относится. Нет, на концерт отпускала. Вот! Хорошо, 15, так 15. Ради бога, Хогвартс он тоже опоздал. Ну тогда выбирайте из 15. Что вас будет ждать впереди? Возможно. И? Ну, уже неплохо. Должна сказать? На флешечку. Бурных оваций, так нормально. Так. Будете дальше выбирать? 3. А можно, да? Можно. Можно все 15. Берем. Оптом. Конечно. Ну, берите. Ну, до свидания. Это я уже получила. Хорошо, так. Ну, по крайней мере, Дина, ты знаешь, кого приглашать на столетие. Так мне ж тут пообещали, так что мне придется тоже до 100 лет жить. Да. Так я ж выше говорю, что выберете, то и будет.
Спасибо. Мы помним, что Наталья ждет в Воронеже 50-й концерт. 50-й? Да. 50-й? А да. Вы что, издеваетесь, что ли? Не, я помню, что 50-й был. 25-й концерт. А сколько было? Наверное, 18-й. Ну, уже мы близки. И, кажется, Наталья будет отдельный номер на своем концерте. Я думаю, приедем там от места. Уже там. А нет, а как же вынос цветов курьерской этой доставкой по 5 раз к сцене? Придумаем. Спасибо вам огромное. Можно мы по походу сделаем? Давайте. Давайте.